Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Спектакль «Моя любовь, моя жизнь» от танцевальной компании «Зонка» из Екатеринбурга покажут во Дворце культуры железнодорожников. «Зонка» — это независимые балетмейстеры и исполнители, создающие хореографические произведения для разных сценических площадок и событий. Это номинанты национальной театральной премии «Золотая маска». Это мужчина и женщина, танцующие о любви, о жизни. Начало в 20:00, стоимость билетов — 500 рублей. В рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 в Фетисов-арене состоится матч «Адмирал ТК Сочи». Начало матча в 19:00, стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. Дети младше 7 лет проходят бесплатно, без предоставления сидячего места. На сцене театра молодежи премьера драма по пьесе «Гроза» Николая Островского «Гроза 2059». После ряда техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания. Жизнь полностью выведена из равновесия, и теперь единственным источником энергии являются любовь и электричество. Начало 18:30, стоимость билетов от 400 до 700 рублей. Всероссийский фестиваль «Идеи, технологии руками» состоится в ДВФУ. Лекции, технические воркшопы, выставка лучших изобретений ручной работы. Независимо от возраста, каждый посетитель фестиваля найдет себе занятие по душе. Начало в 11:00, вход свободный. На концерт шаляпинского клуба «Забытые мелодии старинных мастеров» приглашаются жители и гости Владивостока. Музыку композиторов 17-18 веков называют старинной. Одни считают ее слишком простой, другие – слишком сложной. Шаляпинский клуб решил набраться смелости и познакомить слушателей со старинной итальянской музыкой. Начало 18:00, стоимость билетов от 150 до 300 рублей. В Приморской краевой филармонии состоится остросюжетная комедия «Охота на мужчин». Главная героиня – красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом и погружает нового знакомого в мощный водоворот событий. Начало в 19:00, стоимость билетов от 2000 до 3500 рублей. На большую медицинскую программу приглашаются дети и их родители. Каждый случай – полноценная врачебная задача, которая начинается с постановки диагноза и заканчивается полной реабилитацией пациента. Начало в 10:00, стоимость билетов от 2050 рублей. Спектакль из цикла «Музыка песчаных сказок. Петя и Волк» покажут в Мариинском театре. Художник создает картины из песка прямо на глазах у зрителей. Песок слоями наносится на стекло. Так создаются причудливые образы, которые плавно перетекают из одного в другой. И с помощью проектора изображение передается на экран. Начало в 12:00, стоимость билетов от 200 до 1800 рублей. На познавательную программу «В тайге осень» приглашают маленьких горожан. Ребятам расскажут, как растениям живется в уссурийской тайге и чем они уникальны. В ходе программы участники познакомятся с гербарными сборами, которые хранятся в музее, и исследователями, которые изучали растительный мир. Начало в 12:00, стоимость участия 200 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города!